Me, myself and I. Ты знаешь, как я тебя ждал, да? Я, снова я и я. Само название уже песня. Семейная драма с джазом, потопом и скандалом. Пьеса рассказывает о том, как буквально за час жизнь может перевернуться с ног на голову. Действие спектакля происходит во Франции. Главный герой, Мишель, находит свободное время и решает посвятить час тишины прослушиванию редчайшей записи 1938 года, заполучить которую он мечтал уже давно. Только вот у судьбы совсем другие планы. Универсальные семейные проблемы, скажем так. Я Натали. Жена главного героя. Вообще сложности, весь наш спектакль сплошная семейная сложность, надо сказать. Поэтому много сложностей с ней случается. У нее есть подозрения по поводу ее мужа. У нее есть свои грехи. Стремление быть моралистом и правдорубом, несмотря на последствия для окружающих, жизнь главного героя рушится, как карточный домик. Только вот Мишель не хочет снимать розовые очки и видеть истинное положение вещей. Да, извини меня, когда человек играет такую музыку, взрывает себе пляму, ненавидит весь мир, это говорит о том, что он несчастен. Ну, просто свое видение мира, вот и все. Да, это видение черное, ужасное черное. Ну, Мишель, да открой наконец глаза. Твой сын маргинал. Он не маргинал. Маргинал? Он не маргинал. Он просто очень чувствительный молодой человек, который ищет себя. Сын панк ведет губительный для себя самого образ жизни. Жена, по совету психолога, открывает мужу правду о своей измене многолетней давности. В придачу к этому нанятый рабочий сверлит стены и пробивает канализационную трубу, а возмущенный сосед снизу требует компенсацию за ущерб. Все это происходит именно в тот момент, когда Мишель хотел просто побыть наедине с собой и джазовым альбомом. По словам режиссера спектакля Арсения Кудри, пьеса будет близка многим зрителям, ведь она поднимает одну из главных проблем современного общества – неумение окружающих слышать и слушать друг друга. Но она про людей, она абсолютно про человеческие взаимоотношения, про нас, про современных людей. Это не времена Шекспира, да, и как бы здесь нет вопросов, существовали эти герои или нет. Они существуют, они рядом с нами, и то, что эта пьеса, она французская, но проблематика, мне кажется, абсолютно доступна нашему российскому зрителю. Здесь все о том, как люди любят, лгут, пытаются решить какие-то свои жизненные проблемы. Справляются с этим или нет, покажет спектакль. Абсурдные ситуации в комедии с элементами фарса будто взяты из повседневной жизни. Только вот, несмотря на иронию происходящего на сцене, пьеса поднимает довольно серьезные темы, такие как воспитание молодежи и семейные измены. Спектакль «Час тишины» продлится до 26 апреля.